Итак, это страница статистики по аудитории моего блога «Любовь и разум» на блогспоте. Статистика за день. За день. Сегодня, 29 июня 2019 года. Сегодня посетители на моей блогспотовской странице были сразу со всех континентов. Вот, пожалуйста, американский континент, Европа, Африка, Азия и вот Австралия. То есть все континенты мира сегодня были у меня в гостях. Кстати, что делается сейчас? Сейчас. Вот сейчас уже остались только американский, европейский континент. Так, возвращаемся на день. И понятно это, ведь по сочинению стишков, что любовь, в общем, да, прекрасно увидеть. В мире у меня нет конкурентов. Впрочем, очевидно, так, посмотрим за месяц. На всех мира континентах никто это не поймет. Как бы ни была моя деятельность в этом отношении кипучей. Вот интересно, прибавилось посетителей из Японии, Эстонии за месяц. Ну ладно.